في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Когда ты учишь Коран наизусть, существуют определенные факторы и средства, о которых мы расскажем и которые облегчат твое заучивание и закрепят то, что ты уже выучил, чтобы твое запоминание стало точным и доскональным. К этим средствам относится то, чтобы ты понимал Коран. Как? Например, сегодня ты должен выучить наизусть страницу. Когда ты учишь ее наизусть, открой к ней тафсир. И как же много у нас тафсиров? Тафсиры бывают не только в книгах, но и в гаджетах. Сегодня ты можешь зайти в телефон, написать там нужную тебе страницу Корана, и там ты прочитаешь толкование и поймешь аяты. Я советую тебе попробовать это. Хафизы или те, кто находится в процессе заучивания Корана, попробуйте это. Когда человек заучивает страницу из Корана или повторяет ее, пусть он прочитает тафсир. Это даст ему понимание, и он увидит, как Коран утвердится в его сердце, а его запоминание будет лучше, чем у других. Однажды я ошибся при чтении Корана во время таравих намаза. На следующий день мой отец, да помилует его Аллах, сказал мне: «Иди сюда, Фахд». Он сказал: «Фахд, почему ты не читаешь тафсир? Почему ты не понимаешь, что читаешь? Эти аяты прекрасны, и истории в Коране красивы. История Юсуфа, мир ему, Мусы, мир ему, рассказ об Ибрагиме, мир ему, с его отцом, история Нуха, мир ему, с его сыном. Когда я читал аят, он сказал: «Садитесь на него с именем Аллаха, он будет плыть и останавливаться». Он сказал: «Ты читаешь мне это, Фахд, но не понимаешь. Так ты ничего не почувствуешь. Ты знаешь этот рассказ?» Я ответил: «Нет, клянусь Аллахом, отец». И когда я прочитал тафсир этого рассказа, на меня нахлынули чувства, потому что я понял эту историю. И все коранические истории пришли в качестве назидания для обладающих разумом, для обладателей здравого ума. Поэтому, когда ты учишь наизусть Коран, будет очень хорошо, если ты будешь делать это со смиренностью и пониманием, читая тафсиры. И поверь мне, ты сам увидишь, насколько эффективно это поможет тебе выучить благородный Коран. Один из лучших центров Корана в Стамбуле, отличающийся большой активностью и многочисленностью выпущенных хафизов, это центр при зеленой мечети Ешиль Джами, которым управляет шейх Абдулла Уста. Мы ознакомились с их опытом заучивания и обучения Корану. Мы провели замечательную встречу с некоторыми учителями из этого выдающегося центра. القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم Шейх Абдул-Азиз, я уверен, что вы сталкиваетесь с определенными трудностями в обучении детей Корану, когда они только начинают учить книгу Всевышнего Аллаха. Откуда вы берете энергию? Ведь кому-то это может надоесть. Вот кто-то не знает арабского языка. Ты хочешь, чтобы он выучил наизусть Коран, но Коран на арабском языке? Да.
С какими трудностями вы сталкиваетесь в начале? И за счет чего у вас бывает такая энергия? И я прошу Аллаха Святого Велик продлить вам ее. Во-первых, в своей основе чтение Корана несложно. Потому что Аллах Велик, Он и Славен, говорит: «Читайте же из Корана то, что не обременительно для вас». И «Мы облегчили Коран для поминания». Но если среди вас вспоминающие, но турки говорят не по-арабски, для нас это сложно. Но некоторые матери читают Коран во время беременности. И это чтение, клянусь Аллахом, оказывает воздействие на ребенка, который еще находится в утробе. И когда он рождается, он уже словно слышал этот Коран. Ему легко бывает заучивать Коран наизусть. И это уже доказано опытным путем. Хвала Аллаху. Тогда мы скажем матерям, которые слышат нас сейчас. Пусть матери, это которые важно. Сейчас вынашивают своего ребенка, мальчика или девочку, стараются читать Коран. Как говорит шейх Абдуль-Азиз, они обнаружили эффект от того, когда мать читает Коран, старается читать Коран ежедневно, во время беременности, когда ребенок у нее в утробе. И когда он родится с соизволения Аллаха, окажется, что он как будто бы уже слышал Коран. Каждый год в Турции Коран заучивает наизусть 5000 человек. 5000? Каждый год, хвала Аллаху. Это официальная цифра, взятая из официальных школ, альхамдулилля. Официальные школы выпускают 5000 хафизов, не считая неофициальных школ. Да, и там тоже выпускают много хафизов, альхамдулилля. Мы увидели ваших прекрасных учеников, которые учатся у вас в этом центре по заучиванию Корана. Они затронули наши сердца, и мы обрадовались, увидев их. По какому методу вы учите их Корану? Способ заучивания Корана таков. Для начала студент знакомится с буквами благородного Корана. То есть алиф, ба, та, и так далее. Потому что турецкие ученики не знают арабского языка, и они должны узнать буквы в Коране. После этого они начинают легко читать. Хорошо. Сколько времени продолжается их обучение буквам? Весь алфавит они проходят примерно за 20 дней. После этого начинается... Так они читают примерно 2 месяца. Постепенно. Они постепенно приучаются к тому, чтобы начать заучивать Коран через 2 месяца. Читать обязательно. Читать обязательно нужно с таджвидом. Да. В Турции книга арабского алфавита уже с таджвидом. Да. Там уже написан «мад таби'и», «мад мунфасиль», «мад муттасиль», «мад лязим». Так вы читаете слова, сразу же ознакомляясь с таджвидом. Существует много способов заучивания наизусть благородного Корана. Возможно, из-за того, как часто я принимал участие в международных и региональных конкурсах, я соприкоснулся с большинством стран и узнал о способах, которыми они заучивают благородный Коран.
Я ознакомился с их методиками, но когда я приехал в Турцию и посетил там уроки и центры заучивания Корана, я увидел у них очень хороший османский способ. Он меня привлек и, честно говоря, показался мне очень необычным. Я бы хотел рассказать вам о нем. Способов и методик много. Мне кажется, вы, как и я раньше, ничего не знали об османской методике. Она меня сильно порадовала. Сейчас я расскажу вам о ней. Я хочу передать вам и поделиться с вами этим прекрасным способом. Османский метод. Представь себе, он никогда не начинается с начала джуза. Как же они учат наизусть? Они начинают с первого джуза, с последней страницы первого джуза и учат ее наизусть. С последней страницы. Потом человек переходит к последней странице второго джуза. И так, пока не дойдет до джуза амма. Я приведу вам пример. Последняя страница из первого джуза — это в суре Аль-Бакара. Всевышний Аллах говорит: и он заучивает эту страницу. Первым делом мы обучаем последним страницам всех джузов. Например, обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым путем. Они начинают учить наизусть с этой страницы. Затем они переходят. Первый день кончился, и каждый день они учат новую страницу. Они переходят ко второму джузу. Последняя страница из второго джуза. Он читает: после первого джуза он читает с аята, когда Талют отправился в путь, и так с каждого джуза он учит наизусть последние страницы. На третий день он учит наизусть последнюю страницу третьего джуза. Удивительный метод. Он привлек к себе мое внимание. Они выучивают последнюю страницу из третьего джуза. Начиная с этого аята, قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل الآية. Итак, пока он не доучит до последней страницы последнего джуза, аммы, там где кульху Аллаху ахад. После этого, закончив с последними страницами всех 30 джузов, он во второй раз возвращается к суре Аль-Бакара. Он уже выучил аят. Они сказали: обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым путем. Куда он возвращается? На предпоследнюю страницу. То есть, начиная с... Когда он завершает заучивание 30 страниц, он начинает учить с аята: «Вот Ибрахим и Исмаиль подняли основание». Это новая страница. Он не учил ее до аята, они сказали: обратитесь. Через месяц будет аят: иудеи и христиане не будут довольны тобой. Вместе с теми двумя страницами, которые он уже выучил месяц назад. Итак, пока он не дойдет до пятой страницы, тогда он будет знать наизусть четвертую часть Корана. Машалла. А когда он доберется до десятой страницы, он уже будет знать пол Корана, половину Корана. А когда достигнет двадцатой страницы, это будет праздник для детей. Когда он закончит учить наизусть Коран, альхамдулилля, он будет искусным хафизом и сильным чтецом. Машалла. Представь себе этот османский метод. Сейчас учащийся учит последнюю страницу каждого джуза. Когда он заканчивает с последними страницами всех 30 джузов, он возвращается и начинает учить все предпоследние страницы этих же джузов. Когда же он дойдет до Алиф Лям Мим из суры Аль-Бакара, он выучит наизусть священный Коран полностью. Я думаю, этот способ показался вам очень странным, как и мне. Это османская методика. И в результате нашего посещения мы увидели, что в основном они заучивают весь Коран примерно от 2,5 лет до 3 лет. Поэтому я захотел рассказать вам об этом прекрасном способе, османском методе заучивания наизусть книги Аллаха Пречист Он и Возвышен. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. Мы с вами договаривались об одном очень важном деле. Мы согласились, что учить наизусть Коран — это важно. Но повторять еще важнее.
Потому что если ты не будешь повторять Коран, ты не сможешь продолжить свой путь с книгой Всевышнего Аллаха. Я обещал вам предоставить план повторения. Я сказал, что это будет план на каждый день, на неделю и на месяц. Что касается ежедневного плана повторения, о заучивающий наизусть Коран, о хафид Корана, никогда не повторяй в день меньше одного джуза. Кто-то может сказать: «Шейх Фахд, я знаю наизусть меньше джуза, что мне делать?» Я отвечу тебе: если ты знаешь меньше джуза, повторяй все, что ты выучил наизусть. Если же ты выучил больше одного джуза, пусть твое ежедневное повторение охватывает не менее одного джуза книги Аллаха, свят он и велик. Всегда. Еженедельный план повторения. По этому плану ты считаешь, что ты выучил за эту неделю, то, что тебе задавалось за 2 дня, 3 дня, 4 дня в неделю, что ты выучил наизусть. В конце недели ты выбираешь для себя день. Даже если в этот день ты не будешь ничего учить наизусть, но зато будешь повторять все, что тебе задавалось на этой неделе. Ежемесячный план повторения. Ты должен повторить как минимум 5 джузов. Здесь то же самое, о чем мы говорили. Если ты знаешь наизусть меньше 5 джузов, повтори все, что выучил. Если ты выучил наизусть 5 джузов, повтори 5 джузов. Знаешь больше? Повторяй 5 джузов в месяц. Выбери для себя такой день. Следование этим планам, о которых я вам рассказал, приведет к тому, что ты постоянно будешь с книгой Аллаха, свят он и велик, и не забудешь Коран, который, как мы уже говорили, может от тебя ускользнуть. Если ты не будешь повторять книгу Всевышнего Аллаха, заученное от тебя уйдет, потому что книга Аллаха, пречист он и возвышен, ценна и дорога. План на каждый день — повторять по джузу. План на неделю — повторить то, что было выучено на этой неделе. План на месяц — повторить как минимум 5 джузов. И поверьте мне, 5 джузов — это немного. Вы можете сказать: «Как это мы будем повторять 5 джузов?» Знаете, есть люди, и я с ними лично встречался, которые за один день повторяют по 5 джузов. Книга Аллаха, свят он и велик, была нам облегчена. И, иншаллах, Аллах дарует нам с вами успех. وحضرات الذكر الحكيم وحدنا